брони. Озвучено и переведено командой The Doctor Team. Что ты делаешь? Ничего, я не... Нет! Почему ты это сотрел? Эй-Джей прислал мне это. Зачем Эй-Джей отправлять это тебе? Я не знаю. Тебе же не нравятся подобные вещи, не так ли? Нет. Ты мне врешь. Нет. Господи. Господи, ты один из них. Брони? Нет, много брони так делают, каждый из них. Подожди. Давай на чистоту. Тебе нравится смотреть мультфильм про волшебных пони, сделанный для маленьких девочек? А что в этом такого? Это странно или что? Нет. Пожалуйста, прекрати беситься. А ты чего ожидал? Я спала с извращенцем. Я не извращенец. Как мультик может сделать извращенца? Как? Ты должен быть мужчиной, а мужчины не смотрят мультики для маленьких девочек. Это как минимум странно. Райли, подожди. Ты ведь никому не скажешь, да? Видишь, ты уже знаешь, что это неправильно. Нет, это секрет. Нет, дорогой. Уже не секрет. Нет, ты не должна. Алло. Здравствуйте, мистер Прайсел, это Шейн. Я думаю, что сегодня я не смогу прийти на работу. Ты в порядке? Боже мой, народ! Шейн смотрит мультик для маленьких девочек, он Брони! Вот это сюрприз! Серьезно, Брони, чувак! Я плохо себя чувствую. Спасибо, до свидания. Здорово, чувак! Добро пожаловать в свободную жизнь! Значит, она уже разболтала. Райли всем разболтала о том, что я Брони. Да, было классно, вот только всем пофиг. Я же говорил, что всем будет пофиг. Я вот никогда этого не скрывал, а ты-то зачем скрываешь? Ну, одно дело ты, другое я. Воу-воу, я не понял, это что еще значит? Ну, просто ты уникален по-своему и гордишься этим, и это вполне нормально. Ну, я-то занимаю руководящую должность, я не... Они должны видеть, что я важная шишка. Ты не понимаешь, я не просто сижу на удобном кресле, на мне лежит серьезная ответственность, Эй-Джей. Нельзя прятать это внутри. Ты ведешь себя как брамофоб. Спрэк, не говори, что всем... Это никогда не будет нормальным, все. Еще как будет, а ты просто брамофоб. Так, это уже обидно, не считаешь? Посмотри на это с другой стороны, окей? Наконец-то ты выпутался из сетей этой заносчивой сучки. Так, не надо. Понимаю. Хватит. Из-за нее ты изменился, чувак. Это не из-за нее, я больше не ребенок, решено. Но тебя же недавно застукали за просмотром мультика. Я точно знаю, что ты прячешь комиксы и игрушки в кладовке. И они не выставлены там, куда бы ты хотел их поставить. Ты уже взрослая задница, чувак, и должен себя вести соответственно. Давай, сожги эти игрушки, чувак. Я просто не хочу быть странным. Прости, что наорал на тебя, но... Тогда перестань быть странным. Это просто. Я больше никогда не пойду на работу.
Что ж, я смотрю, свет включен. Шейн! Эй, Шейн, ты здесь? Привет, мам, привет, пап. Райли уже разговаривала с вами? Да. Да, Райли звонила нам. Почему ты нам не сказал? Я имею в виду, что мы твои родители и можем помочь. Я не хочу, не буду говорить об этом. Что ж, а мы будем. Нравится тебе это или нет? И мы уже связались с психологом, который согласился помочь. С психологом? Да. О, это уже слишком. Поздно, мы уже связались с ними. Их там целая команда, все они работают в одной клинике. Они специализируются на педофилии. Что, черт возьми? Нет, с чего вы взяли, что я педофил? Ну, Райли сказала, что этот мультфильм... Похоже, ты смотришь этот мультфильм, чтобы привлечь к себе маленьких детей. Нет! Включите логику! Если я включу мультик, то это не значит, что ко мне в квартиру повалят толпы детей. Это глупо. Почему? Ну, а что, такое уже было? Нет, о боже! Ты не педофил? Нет, я не педофил. Слава богу! У меня с Райли началась черная полоса, даже не знаю. Черная полоса. И это она тебя заставила, да? И на самом деле ты не смотришь детские мультфильмы. А что странного в том, если я просто смотрю мультик? Педофилия — это болезнь. И просмотр этих мультиков — это странно, верно? Да. Пожалуй, да. Так, знаешь, ты ведь не думал о том, чтобы положить костюм в сушилку, верно? Мне придется вырасти. Время начать все с чистого листа. Окей. Ты давненько не спал, да? Ты сейчас похож на чудаковатого безумца. Серьезно, Джей, это реально не смешно. Мои родители думают, что я... педофил. А еще мне стоит побеспокоиться о работе. Да ладно. Ты думаешь, мистеру Прайселу есть до этого дела? Да, мне необходимо быть серьезным в моем положении. Что ты делаешь? Да? Здравствуйте, мистер Прайсел. Это Эй-Джей с работы. Есть небольшой вопрос. Как вы воспримете то, что я и Шейн любим смотреть шоу про волшебных поней? Это шутка? Нет, сэр, просто Шейн думает, что это очень важно. Мне будет все равно, даже если вы оденетесь как волшебные пони и будете ездить друг на друге. По крайней мере, до тех пор, пока это вне рабочего времени. Шейн, выйди завтра на работу. Да, конечно. Я не могу поверить, что ты только что сделал это. Сделал, твои родители тоже хотят обрекать тебя. Кому ты опять звонишь? Это разные вещи, ты не закидываешься метом, ты не варишь мет, ты не связался с плохой компанией, ты просто смотришь сериал. Кому ты опять звонишь? Прекрати. Я больше не хочу смотреть сериал про пони. Ты прав. Пускай люди смеются. Правда в том, что я знаю, что пони очень важны в моей жизни. Я уж промолчу про то, что ты пытаешься выглядеть круто в этом крошечном костюме. А, чувак, я идиот. Как долго я ждал этих слов. Шейн?
Если она не хочет проникнуться любовью и толерантностью, бросай ее. Ведь именно из-за нее ты отрицал, что ты Брони. Я слышал, что ты сказал, а я и не скрывал этого. Брохов. Если ты еще хоть раз доведешь его до слез, и я опять буду выслушивать его сопли по телефону... Я в порядке, Эй-Джей, все хорошо. Клянусь богом. Я смотрю, ты изменился. Что ж, я подумала и решила, что я действительно не хочу, чтобы все закончилось вот так. Так что если ты бросишь своих пони, то я вернусь тебе. Нет! Что ты имеешь в виду под «нет»? Ты выбираешь меня или мультик? Нет, это я и говорю тебе. Звучит немного погано, не находишь? Да, это я говорю мультфильму. Так что... А я думала, что ты настоящий мужчина. Я мужчина, который любит комиксы, видеоигры. О, а еще люблю мультик про прекрасных волшебных поняш, которые важны мне даже больше, чем ты. Я не знаю почему, но это так. Я такой. Если я покину эту квартиру, я больше не вернусь. Хорошо, увидимся завтра на работе. Прекрасно. Но я всем расскажу, какой Шейн Фостер урод и к тому же понелюб. Да рассказывай, мне плевать. Оно мне мало.